Всем большой привет! Мы на пляже, и давайте сегодня я поснимаю для вас купальники. Так что оставайтесь со мной. Надеюсь, что у вас все замечательно, так же, как и у нас. Всем отличного дня, и давайте смотреть, в чем же ходят, как наряжаются и просто одеваются на пляж в штанах. Лиси, Лиси. Это бабушка друга Сашиного. Посмотрите, в какой отличной форме француженка в возрасте. И такой у них купальник. Они были когда-то, по-моему, год или два в моде. Не помню, как они называются. Кто помнит, напишите. Это мамочки с детьми. Им нужно, чтобы все было удобно и комфортно. Очень много черных купальников. Ну, черный такой, как вам сказать, универсальный цвет. Но после одного сезона он очень часто выцветает и становится не таким насыщенным. Я тоже купила себе черный купальник. Обязательно вам сделаю обзор, как будет минутка. У женщин в возрасте очень много слитных купальников. Вот вы не видите, но такой синий с бежевым и на бежевом фоне люрекс, блестки. Он красиво очень отсвечивает. У мужчин в основном шорты. Не плавки, а шорты. Да, кто-то меня попросил, чтобы я снимала молодых на пляже. Ну, на пляж Прибы мы не ходим, нам не нужны лежаки. А выходим утром. И на самом деле утром очень много возрасте людей. Это вполне нормально. Те, кто занимается спортом. Но я думаю, все-таки все равно интересно посмотреть, как одеваются европейцы, и не только на пляже. Вот тоже там местный купальник. Он темно-коричневого цвета, шоколадного. И бюст у него такой, как анималье. Немножко леопардовый, что ли, или тигровый. Да, кто-то написал, что практически нет головных уборов. И на самом деле это так. У нас тут образовалась целая детская колония. По очереди мы за ними следим. А вот этот купальник у молодая, не знаю даже, как называть возраст. Она мамочка, у нее маленький сынок. И он такой без бретелек, белый. В белом купальнике, конечно, как кто-то когда-то мне написал, нужно иметь смелость, иметь белый купальник, потому что он на самом деле, наверное, не так подчеркивает недостатки фигуры. Это вот такие шорты. Бля, рыжий, бля. Синий, красный, белый. И мне на мужчинах больше нравятся шорты. Ну, все, конечно, зависит от телосложения, а вам? А вот молоденькая пара совсем. На ней черный купальник раздельный. С завязочками. Здесь мои амуры, влюбленные, я их так называю, занимаются до сих пор спортом. Кто не видел, это пара. Они живут в Каннах. Ну, пара, познакомились они в воде, не пара. И занимаются такой водной ходьбой по 3 километра каждое утро. Не только они, конечно же.
сейчас постараюсь вам заснять. Идет девушка с дочкой, девушка-женщина, и у ней тоже купальник с рюлексом. Так что я поняла, что купальники вот такие с рюлексом очень модные. И оно на одно плечо у нее был купальник. Надеюсь, меня слышно из-за шума воды. Стараюсь говорить ближе к микрофону. Саша хотел поискать ракушки, но ракушек нет. Песок очень-очень белый, мелкий, приятный. А вот девчонки идут в раздельных купальниках. Низ черный, верх хаки и желтый. В этом году хочу сказать, что меньше купальников раздельный, то есть разные цвета, верх и низ. Как-то больше однотонных. Но это на мой взгляд. И у девочек много татуировок. Спасибо всем, кто ответил за или против. Я не сказала свое мнение. Когда-то мне очень хотелось сделать какую-то очень маленькую на щиколотке или на запястье. Ну, потом время как-то прошло, и сейчас я совершенно спокойно к этому отношусь. На себе не люблю. На других считаю, что это выбор каждого. Вот мои мальчишки. Поэтому спасибо всем, кто ответил. На пляже читают. К сожалению, вот женщина курит. Я против курения на пляже. В принципе, везде висят плакаты, что запрещено, но она все-таки курит. И очень многие оставляют бычки прямо в песке. У нас моя свекровь поругалась с одним итальянским дедушкой за то, что он так делает. Народу с каждым днем все больше и больше. Давайте пройдемся до частного пляжа. Посмотрим, что там, какие купальники. Возможно, что-то помоднее, поинтереснее. Кто-то написал мне на самом деле, что да, что на пляже, на частных, ну я понимаю, на частном пляже, возможно, и моднее, а возможно, просто из-за лежаков идут на частный пляж. А вот этот спасатель стоит. Вчера он их спас, они и спасли женщину. В белой футболке. Женщина красивая, в шляпе, в возрасте. У нее такой красный анималье купальник. Красивый, очень яркий. Первый раз кого-то вижу в маске на пляже. То есть, чтобы загорал и сидел на пляже. Невозможно, человек голен, кто знает. Мы вот напротив отеля Мартинес. А вот девушка, у нее очень красивая фигура. У нее такой купальник с рюшами голубой. Но я такие купальники не очень люблю. Мне кажется, они какими-то детскими. Если кто-то попадает в кадр без верха, то извиняйте, кого это нервирует. Здесь ничего не запрещено. А это частный пляж. И на нем практически никого нет. В воде, наверное, многие. Ну да. Также тот же самый народ. А это, скорее всего, да, это пляж от отеля Мартинес. Здесь такой пирс, лежаки. А здесь
там музыка играет, поэтому не смогу подойти ближе. На частном пляже лежаки и кабинки. Честно скажу, не знаю, сколько стоит. Нужно посмотреть, будем, как выйти, сколько стоит лежак. Много очень итальянцев. Вот итальянская мамочка. Она в шляпе, и у нее купальник зеленый такой яркий. А вот у женщины раздельный купальник. И разноцветный. Не вылазит из воды. Лягушонок. Вот опять рюлекс, блестяшки. И вверх на одно плечо. Ну вот, девчонки, показала вам немножко пляжа, купальников, море. Пойду купаться, а то спина начинает гореть. Все, пока-пока. До связи.